урожая, нового урожая мы заготовили 87% потребностей, это без пожневных остатков соломы. Сейчас начали заготовку. Значит, убирали 17 тысяч гектаров, значит, зерновых. Зерна фуражного себе заготовили в полном объеме на зимовку. С остатками прошлых лет у нас 100% сегодня кормовая обеспеченность. Это в сельском хозяйстве. Ягня получили 102 ягненка на 100 цыматок. Значит, 88 телят получили на 100 коров. Кирова, значит, еще отвод продолжается. Значит, у нас где-то будет до 90 телят на 100 коров. Это хороший показатель. 4,2 килограмма шерсти настрели. В основном это мериносовая шерсть. Значит, продали по хорошей цене. Сейчас идет подготовка пашни к осеннему севу. Значит, мы думаем на 3000 гектаров увеличить по сравнению с прошлогодним. Значит, фермеры, СПК наши. Значит, вот в рабочем плане, значит, все мы тут занимаемся. Ягня отбивка сейчас проходит. Цена, мы скажем, нормальная. Где-то в среднем по 3000 ягненок сейчас стоит в 4-месячном возрасте. Уже начали продажу. Я считаю, что рынок вот в этом плане в этом году более благоприятный, чем в прошлом. Как у вас по социальной сфере, по зарплатам? Значит, по социальной сфере, значит, 9 школ у нас. Приемка вчера-сегодня вот идет. Школы готовы к началу нового учебного года. Ученики по классам определены. Значит, учителя, все готово. Мы же в прошлом году перевели все на автономное отопление. Все наши объекты, ни одной квартальной котельной не осталось. В этом плане нам немножко легче сейчас готовиться к работе в зимних условиях и вообще к работе к новому сезону. Оборудование практически, ну все, везде новое. 42 объекта перевели на автономное отопление, садики, школы, да, вот это хорошо, полностью эту программу закончили, и мы рады, что мы ее закончили. Вот это вот. Вот наше здание, ну вот, Алексей Маратович, мы раньше платили в месяц 87 тысяч рублей за отопление, и было холодно. Сейчас в месяц платим 8 тысяч, и тепло. Вот новое отопление.